Знали замысел соперника, они и завладели мячом. Не привыкать Роналду к повышенному вниманию к себе. Как думаешь, сегодня что он нам покажет? На данный момент это вообще лучший бомбардир своей команды. И сегодня защитник... Гол! Шикарнейший мяч! Роналду вколачивает удар с дальней дистанции. И вратарь ничем помочь своей команде не смог. Мощнейший удар, конечно, получился. И, как следствие, великолепный гол. Сумасшедший удар получился у Криштиану Роналду. Вы посмотрите, по какой траектории мяч летел в ворот. Какой удар все-таки. А, пушка страшна. Вперед он тащит мяч. Отлично сыграл он. Подкат его не достал. Роналду опасно! Ого-го! Мяч в воротах. Это получился один из самых красивых...